Всем привет, с вами Демон Сталкер, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы посмотрим Drafting Tales, обновление вышло 0.17. Чтобы ощутить полноту обновления, мы начнем новую игру. Так что сажайтесь поудобнее, погнали. Теперь мы можем выбирать аватар. Мужчина, женщина. Допустим, выберем девчонку. Назовем Демон Сталкер Ша. Нормал. Тайм туториал. Какой туториал? Я уже туториал проходил. Таш. Ну так. Нормал тест есть, нет. Пока выбор только такой. Нажимаем старт. Пум-пум. Пока что начало то же самое же, как и обычно. Так, можем книжку почитать. Надо увидеть скорость тоже чтения. Пока что мы можем вот такими способами зарабатывать денежки. Потом мы сможем выпускать свои книги. Все, пока что куплено, так. Оп-оп-оп-оп. Что у нас по характеристикам мы можем? Конфликт, черектор, плод. Еще по-другому развиваться. Я не знаю, что такое вейм. Посмотрим.
Это Publisher, 20-ка, чтобы было, да? Типа, можем писать, ага. Так, давайте напишем. Travel News. И чтобы было в зеленой зоне и 20-ка. Что-то пока особо нет повышения. Что-то не повышается квалитет, что за фигня. Может еще рано, может быть все рано, может быть надо скорость либо прокачать. О, отлично. Покупаем машинку. Вот, теперь будет фиксированная скорость и будет вот это вообще, наверное. Уже должно быть получше. Тот квалитет вообще не поднимается. О,
Вот теперь поднимается. Может, из-за этого не поднимается. О, пошел. Нужна двадцатка. Ну, вряд ли, надо в архив. Не хватает прокачки, не хватает, и что-то не поднимается у нас experience. Я не понимаю, почему экспириенс не поднимается. Так, попробуем. Не хватает ей что-то, не хватает. Thank you.
Давайте попробуем. Не знаю, еще зависит опыт. Может, когда зеленый в зоне, может, еще что-то. Вот это лучше сочетание, чем вот это дело. Здесь сразу ноль. Я не знаю, для чего вот это нужно. Купили новый топик. Там вроде что-то с корзины было на улице. Тревел.
Следующую книгу свою пишем, или что там, заметку. Зашла. Так, чё прокачаем? Конфликт. Техникал. Гайд. Так, надо вот это почитать. Музыка прикольная, да? Вот гайд. Давайте посмотрим, рискнем, может для чего-то это и подойдет функция. Так, давайте напишем гайд по Sharks, по акулам. Для гайда вот это плохо подходит. Ну, мы посмотрим. Уже 11:14, давай. Драма. Драма. А давайте. Надо зарабатывать денежки. Энциклопедия. Так, публишер. 5000 драмы. Поехали, 3000. Yeah.
Проверим, посмотрим. Он поднимается. Слабо, но он поднимается. Так, я думаю, вот это прокачать. Фанатов нужно. Давайте Дракс. Нет, Дракс, вот это, да, Дракс. Посмотрим, посмотрим. Уже 20-ка есть. Давай. Вот Шарк гайд не зашел. Ну ничего страшного, не зашел, не зашел. Я это деньги получил за него. Да, гайд, гайд, почему можно гайд взять по путешествию? Здесь явно намекает, что будет ноль. Один. Нам главное опыт, опыт. О!
Ребят, если вы знаете, от чего зависит опыт, пишите в комментариях. Вот он в зеленой форме. Как-то пошел и все. Чё, блин? Я даже не успел заработать деньги, офигеть. Не дали возможность. Так, гайд по Дракс. Зашла газетка, статейка. Фэнтези индустрия. Мафия Ньюс. Да, из обновления мы посмотрели, что только аватарка можно менять. Пока что вроде все по-старому. По идее и должен быть компьютер, но это, наверное, по прохождению. У нас уже больше 200 фанатов. 25 тысяч фанатов, я думаю, это уже, наверное, будет предел. Электроник топик. Гайд по электронике, гайд.
Right. Не зашло. Ничего страшного, не зашло, не зашло. Чуть-чуть фанатов потеряли, но... Давай, давай. Ну. Не, мне на статью написать сейчас. Двадцатка, хотя бы двадцатка, давай. Не вытянули на 31. Так, гайд. По этим можно. Кулинарии. Кулинарии. Кулинарии все любят. Должна зайти. По-любому. Даже лучше идет. Так, журналист. Шаркс. О, можно Шаркс Ньюс попробовать, я вроде не помню. Пам-пам-пам-пам-пам. Во, давай, 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 полтинничек мне, полтинничек. Давайте выполним. Так, чтобы прокачать. А, не зашел, да? Electronic Guide.
Ладно, ребят. Всем спасибо и до новых встреч. Увидимся через мгновение. Всем пока.